на канале «Страсти по насекомым». И речь пойдет о жуке «Большая сосновая златка» и о том, как легко ее найти. Большая сосновая златка – это довольно крупный жук. Длина тела 23-32 мм. Я встречаю это насекомое с мая и до конца лета. Жук довольно интересный своим строением и металлическим блеском. Особенно эффектно смотрится под солнечными лучами и во время полета, сверкая зеленым отливом. Окраска тела изменяется от медно-бронзовой до почти черной. Глаза крупные. У златки хорошее зрение, она часто замечает ваше приближение и улетает. В случае опасности жуки подгибают лапки, усики и падают, притворяясь мертвыми. Полет насекомого быстрый и отличается громким жужжащим звуком. Большая сосновая златка обитает в сосновых и смешанных лесах. Летает в дневное время. Это теплолюбивый вид. Жук проводит много времени на южной стороне стволов или пнях деревьев, греясь под лучами солнца. Из опыта личных наблюдений назову места, где с большой вероятностью можно найти златку. Это основание сухих стволов, пни, кучи бревен. Но больше всего насекомых встречается на поваленных старых стволах без коры. Поэтому найти сосновую златку очень легко. Смотрите сами. В теплый солнечный денек отправляемся в сосновый лес. Находим длинный поваленный ствол и считаем, сколько златок на нем сидит. Златки откладывают яйца в щели мертвой древесины, усохших, обгоревших, сваленных сосен и пней. Спустя 2 недели появляются личинки и развиваются от 3 до 6 лет. Так с одного ствола можно собрать целую горсть жуков. Насекомое можно встретить и на вырубках, но опять же, это те же самые пни, о которых я уже упоминала. А на этом все. Оставайтесь со мной и увидимся в следующих видео.